просто пошли по пути наибольшего сопротивления. Мы пошли за авторскими пожеланиями и стараемся сделать спектакль, как я это называю, в духе поэтического реализма. Еще важно, чтобы артисты понимали, про что поют, потому что, когда мы учим на чуждом нам языке какую бы то ни было оперу, важно, чтобы было понимание именно смысла того, что там дало, а не просто какой-то набор согласных и гласных. Сцена Мариинского 2 большая, и она будет, в общем-то, в этом спектакле, на мой взгляд, обжита полностью. Надо все это начинать соединять, чтобы это выстроилось в какую-то архитектурную форму. Вот сейчас у нас идут именно вот эти процессы строительства уже из тех материалов, которые мы раньше все сделали индивидуально или на репетициях с отдельными коллективами, с отдельными группами солистов.